Всем привет, с вами Андрей Чент, и это наша игруха с моргом. И благодаря подписчику, спасибо большое, что пишете, я скачал русификатор на эту игру со Стима, да, потому что был английский язык, а тут нужно как бы вникать во все это дело. И вот у нас есть как-никак, посмотрим, кривой, не кривой, но русификатор. Поэтому будем сейчас вникать и стараться понять сюжетную линию. Что я вижу по настройкам? Есть настройка игры, и тут такая штука, как частота скримеров. То есть я играл вот на этом. Да, это, наверное, там просто психо... А вот это я не знаю, ты просто нарапсыраешься. Давайте сделаем так. Вот как есть на самом деле сейчас. Ничего не меняем. Вот как есть. Если у нас будет получаться, мы потом сделаем в половину. А потом мы, если что, войдем в режим психопата. Я думаю, что так будет более правильно, более интересно. Хочется хотя бы пройти эту игру, потому что я там, получается, очень долго думал. Окей. У нас смена отработана 0, количество одержимости 1. Короче, ни хрена у нас не получилось. Концовка ни одна из 6 не открылась. Ну давай продолжить. Новая смена. Или продолжить. А мне нужно продолжить или нужно новую смену было нажать? Из игры сохраняется автоматически всякий раз, когда вы видите значок. Спасибо. Как по мне, мне нужно вообще вначале... Ага. Не, ни хрена. Я хочу понимать суть игры. Тогда я что делаю? Я выхожу. Мне нужно понять, и, возможно, чувак что-то интересное и важное рассказывал. Давай, вот D пропустить. А как пропустить? А, стоп. Так, вот, новая смена. Начало новой смены приведет к сбросу вашей текущей ночи. Начать новую смену? Да. Давай. Как минимум, вообще хотя бы постараемся вникнуть в это все. А там, возможно, мы как бы и начнем строить какие-то свои. Многие еще писали, что типа тут якобы в доме. Я читал комментарии от подписчиков, что можно найти какие-то... Так, ключи мы заберем. Ключи от квартиры, машины, входной двери. Окей. Что в каком-то ящике, то ли в шкафу, то... какие-то то ли монеты. Только я вот... Ну вот понять бы только... Тихо, так, стоп. А как это убрать? А... Шкаф не открывается. Что-то там можно еще найти. А может здесь? Нет. 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 А где? Короче, есть какие-то монетки. Что-то там писали для какой-то одной из концовок. Ладно, мы если что, напишите в комментариях, где там эти монетки. Нам все равно нужно хотя бы какую-то концовку вникнуть. Окей, поехали. Так. Понеслась. Закрываем за собой двери. Телефон, как по мне, чуть-чуть гудит. Так. Ни хрена, ни хрена. Вот пробки возьмем. А можно еще одну взять? Тут ни хрена, ни хрена, ни хрена. А все? Магнитофон. Это не взять.
А там что такое? Бумажка может быть использована для проверки вашей психики? В смысле для проверки психики? Типа, схожу ли я кукухой с ума? Так, а тут помню пробочки. О, давай вставим. А как ее вставить, блин? Вот, о. В смысле, выбросить? Не надо ее выбрасывать. Я вставил или выбросил? Наверное, я выбросил. А если я выбросил... Стоп, что-то было. Тихо. Не видно ни хрена. Бля. Черт. Ладно, пойду еще одну возьму. А как вставить? Где там эти пробки были, блин? Здесь, по-моему. Возьми. В смысле нельзя? В смысле? Вот. А где я пробку дел? Вы что, прикалываетесь? Алло. Мне фонарик нужен. Бля. Бля. Падла, он выкинул. А тут нельзя включить свет. А он уже горит. Может яркость повысить? Спасибо. Очень много чего изменилось. Ну, конечно, тут типа да, а тут как темно было. Ага, о! О, спасибо. Все. Тихо! Не надо мне звонить. Я яркость обратно уберу. Вот сбросить до исходного. Так, я сейчас пробку вставлю. Вспомню, как это делать бы. А как ее вставлять? Как ее? А, предохранитель. О! Ха-ха! А. Все. Да-да? А время уже идет, типа? Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? What the? А че не вижу субтитров, я не понял. Субтитры включены. Давайте, вы это как-то мне это показываете. Это пошло, сказал Ребекка, Ребекка, но все равно. Так, поехали. Добрый вечер. Блин, там она рассказывала что-то, типа там по сюжетке. То есть я это все пропустил, что она говорила или что? Трубы с ПВХ. Ладно. Так, шприцы, зубы, используй для заполнения формы и отслеживания. А, тут на английском языке написано. О, по крайней мере, я могу следить за происходящим. О, не, все нормально. Как это берется? Я уже позабывал все. Можно, пожалуйста, мне... Ага, вот, стоп, вспомнил. Если что, вот. А, о, о, о! Извлеките тело из холодильника. Осмотрите тело на предметы опознавательных знаков. Закройте челюсть. Вставьте колпачки для глаз. Мешайте базалимирую жидкость. Включите насос. И бла-бла-бла. Но это уже другое дело. Так. Ага, вот голова, правое плечо. Ночная система записи. Нет, а вот стоп, хорошо, это нам не подходит. А вот второе что такое? Как тут назад? О, вот это что? Ночная смена. Эта система принадлежит только для гробовщиков. Исходя, пожалуйста, введите код вашей ночной смены. Надо найти какой-то код. Код, код, код. Тут мы помним. Тут ни хрена. А где мне взять дело, я только не помню. А, тут сейф. Вот, мне нужно понять, какой код. Так, какой код? Что-то помню, в тумбочках было. 17 апреля 1900... А.
Я так понимаю, это код. 3968. Только тут 5 цифр. Или надо 4? 39683? 39683. 39683. А ну давай. 39 60. Блядь! Фух, я зашел в ночную смену. Мужчина, постойте секунду. Я принимаю этот. А что я тут должен видеть? Это база данных. Блядь, ладно, посмотрю тебя. А. Блядь, взял, отвлек меня. Так вот, эта база данных предоставляет собой коллектив всех моих находок, связанных с изгнанием алчных демонов, истории демонического инструментария, который я нашел в ходе своих исследований. Здесь представлены годы путешествий. Так, история демонического, идентификация одержимости, символы демонии, так, инструменты для борьбы с демоническими силами. Путь к изгнанию. Забальзамируйте каждое тело специальным реагентом из шкафа. Используйте пергаменты шкафа, чтобы попытаться выбить демонические символы. Ага, помню, да. Сравните найденные демонические символы с именами демонов в базе данных. Создайте метку, соответствующую имя демона. Так, обратите внимание на демоническую активность каждого тела. Обратите внимание, что может потребоваться вынести уже забальзамированное тело обратно для повторного осмотра на предметы изменений. О, поместите метку на тело и сжечь его. Так, это что такое? История динамическая. Боже мой, коллекция. Что это? С тех пор, как я впервые столкнулся. И нынешние духи, восстановленный язык. Что это? Боже, сколько тут текста. Вы что, балуетесь? Очищение чертвованием. Когда кровь призвала, что кто-то виноват. Боже, сколько тут всего. Бля, что так сложно? Последнее хочу видеть. Стоп, а здесь есть назад. Вот так вот. И... Блин, а как вернуться на исходную позицию? Домой. О! Идентификация одержимости. А вот символы, помню, руны были, такая штука, да. Это что был за... Блять! Простите. Имплантен индустрия... Что это вообще такое? А, это их имена. Балмет, Анест. И что оно мне даст? Себус, Махнус. Что это такое? Им. Дом завистливых. Мать моя женщина. Вы серьезно? Короче, ладно, поехали. Сначала нам нужно тела эти, да, у нас достать и. А то сейчас пока мы уже и так потратили время до хрена. Так, что у нас тут по именам? Лей Клерк, Нейтхан Смит и третий Ал Ай. Ну хорошо, давай с первого начнем. Мужчина в эласти или кто вы там? Мужчина, не мужчина. Женщина. Так, стоп, тебе нужно что этот? На коляску. Давай, Поехали. Не будем терять времени, немножечко, как говорится, в этот сюжеточку. Конечно, там по этой ночной смене так дохренище всего. А знаете, что я не проверил? Ну, а что ты не берешь? А. Вот то, что я нашел. Это считается кодом для сейфа? Надо попробовать. То есть я зашел в ночную смену. А ну, сладенькая, полежи тут секунду. 1939-68. А это что за ключи? Ключи мистера от морга.
Мне действительно нужен ключ от люка снаружи. Пылесос на исходе, ты уже упоминал, что у тебя там что-то есть. Я знаю, ты никому не доверяешь. Спускаться туда на наличие копии ключа сделало бы что-то там. О, ключ. Старый ключ, не уверена, к чему это относится. И куда мне его? Мой новый рабочий значок. Нет. А это что? Ребекка. Ну, а кода больше нету, да? Типа, то один у меня что, был вариант вот здесь вот? То есть, либо 1938. Давай пробуем. 39683. 39, а может 39683. 30... А, 6 цифр? 58-3. В смысле? А там 6 цифр нужно? А где мне шестую родить? Может быть 17 апреля 17-19-44? 17-19-44. 17. Тихо! 19-44. А чё дверь закрылась, бля? Ладно. Если что, напишите в комментариях, как я должен понять. От сейфа. Так, по ушам чисто. С этой стороны тоже чисто. Женщина очень красивая. Привлекательная. На рутях у тебя все красиво. Так, на животе. Да что-то у нее вообще особо так. Все очень даже неплохо. Ну вот ноги, ладно. И с другой стороны нога. Ну все. А напомните, как там у нем это смотрели? 3 из 5? Прыщи. А еще где-то есть 2. А ну покажи ладошку. А-а-а-а-а. Еще одну не нашел. А где? Женщина! А ну перевернитесь. О, на спине, нашел. Так, готово. Что дальше, напомните? По-моему, внести в дело это все. Так, поехали. Имя. Вот это возраст. Вот такой. Так, что у него проблемы? С правым плечом. Плечо правое, вот это. Прыщи у него на левом плече. Так, правая рука, царапина. Правая рука есть. Нога правая есть, и нога левая есть. Отправить. Готово. Так, дальше что? О, кассета. Маленькая кассетная система с ночной сменой. База данных. Так, компьютерная программа, объединяющая все мои находки в одну точку отсчета. База данных содержит всю информацию о процессе высылки, используемых инструментах и, самое главное, все обозначения известных динамических имен. Если вы когда-нибудь забудете, что нужно делать, воспроизведите эти записи или найдите их в базе данных. Коллекция динамических имен – самая важная часть головоломки. Вам понадобится эта информация. Мое удостоверение личности находится в ящике. Наоборот, указан пароль доступа к нему. Используйте его. Класс. Ну, это уже было... То есть, в принципе, там все рассказывалось. А это что за кассета?
каждый момент демон направляет свою энергию через вас, ослабляя вас, пока вы не будете не способны сопротивляться. Идентификация демонической сущности – это хрупкий баланс. Чем дальше вы находитесь от владения, тем больше у вас времени. Чем ближе вы будете, тем больше демон даст о себе знать, предоставляя вам информацию, позволяющую угадать его название и тело, к которому она привязана. Есть способ, который я нашел, чтобы определить, несколько далеко продвинуться в владении, это нацарапать на листе бумаги, не думай об этом, просто каракули. Посмотри внимательно, если вы заметите что-то странное, это начинает проявляться. На столе в гостиной есть блокнот и карандаш, но я его взял. Проверка времени от времени может дать предоставление о том, сколько времени у вас может быть. Какие-то каракули можно рисовать. Вот это я помню, что можно было брать. Проявляющийся пергамент. Вот, и типа ты идешь такой. Оп. О. А что, не сгорел? Так, пергамент, стоп. А чё? А, блядь! Где символ? Сука, испугался. Ну, где-то здесь оно шандарахнуло. А, о! А вот и символ. Тройка какая-то, что это тройка? Перевернутая тройка. Давай сразу введем ее сюда. Иди в жопу, похоже на эту. Да. А как ее поставить? Взять. О. Ну вроде оно. Тройка. Ну да. Она. Ну это еще такая. Не, вот это она. Да, все правильно. Все есть. Одна есть. А что это кассета? Это мы ее слушали? Чтобы знать демона в ад, его нужно привязать к выбранному ими телу и сжечь. Три предмета в этом шкафу. Это ваши инструменты. Первый. Глиняная табличка в центре называется меткой. Расположив меньшие части в правильной конфигурации, вы произнесете имя демона. В бутылках в верхней части полки находится специальный реагент, который будет реагировать на метку. Добавьте бутылку в бальзамирующую смесь во время процесса. Когда метка помещена на правильный корпус с реагентом внутри, это заставит демона привязаться к нему. Обратите внимание на знаки, которые вы выбрали правильно. Они могут быть очевидными или... Как только вы убедитесь, что демон привязан к своему сосуду, сожги его. Кусочки бумаги справа называются проявляющий пергамент. Он должен вписать символы своего имени в наш мир, чтобы начать изгнание. Вам нужно будет раскрыть эти символы, чтобы использовать их. Держите пергамент, пока бродите по моргу. Если он начнет леть и гореть, вы вблизи к этому. Когда бумага сгорает, символ обнаружится где-то в этой области. Они могут быть где угодно, поэтому ищите на стенах, под предметами, внутри мебели, где угодно. Демон со временем напишет свои символы, чтобы попытаться скрыть их, поэтому регулярно проверяйте. Как только вы раскроете символы, используйте базу данных ночной смены, чтобы решить, с каким демоном вы имеете дело, и используйте для здания для создания метки. Шаги просты. Добавьте реагент смесь для бальзамирования, раскройте символы, создайте метку, поместите его на его тело. Вообще все легко. Затем, когда вы будете уверены, сожгите его в ретере. Ну, то есть в этой хрени, да? Окей. Пока, знаете, очень много информации. Ничего не горит. Тут нет. Тут тоже нет.
Ну, пока больше ничего. Что случилось? Да не, пока все. Ну окей. Да, пока все. Что мы должны с тобой делать, напомни? Я что-то упускаю? А что я упускаю? Я уже и забыл. Давай, что там у меня было? Так, закройте челюсть с помощью игольчатый инжектор. Ага, игольчатый инжектор. Это, по-моему, он. Игольчатый инжектор, спасибо. Иди сюда, малая. В смысле? Ну, а что не так? Давай! Что ты упускаешь? В смысле? Посмотрите тело, ну есть, закройте челюсть с помощью игольчатого... А, и упаковки игл. Бля. Упаковка игл. Где она? Иглы. Это трубки, не то. Блядь, а где иглы? Это иглы. Упаковка игл. О, все, я теперь знаю, это упаковка игл. А? А я не помню, что надо было делать. А. Просто я тупо стоматолог. There we go. Молодец. Дальше. Напомните наше следующее действие. Так, вставьте колпачки для глаз, чтобы глаза были открыты. Колпачки для глаз. Бля. А что так пусто здесь, я не понял. Нет. Это фальмар... Бля, а где колпачки для глаз? Это иглы. Это колпачки для глаз. Вот это вот. Это нет, это охренета. Ну вот что-то лежит, нет. Слушайте, в тот раз, по-моему, в другом месте все лежало. Серьезно. А где колпачки для глаз? Вот здесь что-то лежит. Салфетки увлажняющие. Они меняют местами. Реально, в тот раз по-другому все лежало. Ах вы жуки! Пустой пакет для капельницы. Бля. Да иди в сраку. Я колпачки для глаз не могу пока найти. Скальпель. Куда вы его дели, бля? О! Нашел! На! Колпачки для глаз. Ну. Ну все. А что не так? Что? Ставьте колпачки для глаз, чтобы держать глаза закрытыми. Тут со мной разговаривают. У меня уже есть одни из них. Так а чё он не хочет это использовать? Бля! Кучерявый! А чё я не могу использовать колпачки для глаз? Иди в жопу! А! Я не испугался. Так, колпачки для глаз. А чё нет? А, она была нажать. Блин, на глаза ей. Так, есть колпачки для глаз. Дальше. Так, смешайте бальзамированную жидкость. Ага, давай. В старом шкафу так. Глутаргальдит. Потом метанол. Метанол и глутаргальдит. Так, это что? Оно. Мешай. Давай. Глутаргальдит. Дальше. Что у меня там происходит? О, что за рисунок изменился? Что это такое? Что это значит? Не знаю. Дальше. Метанол и увлажнитель. Метанол и увлажнитель. Как хорошо звучит все. Метанол вообще рядышком лежало. Давай. Увлажнитель. Бля, как выглядит увлажнитель? Это отбеливающее средство.
Иди в жопу. Не то. Одел увлажнитель. А вот что это сверху. Увлажнитель. Может взять эту штуку, проявляющий пергамент? Может сейчас что произойдет? Что, ты демон? Ал Айерс? Может быть. На самом деле, может быть. А это что, напомните? Кремационный пакет. Это чтобы его в кулек запихнуть? Так. Не отвлекаемся. Дальше фальмальдегид и реагент в шкафу. Блин, а где этот фальмальдегид? Нет, вот это может он. Это отбеливающее средство. О, есть. Так. И я помню, что тебе нужно залить вот эту вот бодягу. Да. Берем. Вот. А, блядь! Ёб ты, бля, кучерявая, тихо! Фух. Ох ты, неожиданно так как получилось-то, а? Фух. Так, сделайте надрез. Что мне нужно сделать дальше? Сделайте надрез сонной артерии с помощью скальпеля. О, бля. Фух, что-то я немножечко это. Бля, там что так темно там? Да и ладно, и не сильно-то и хотелось. Дверь закрыла, подлюка. О, бля. Во имя Иисуса Христа, где? А, вижу, символ. Символ, буква Ли и точечка. Ли и точечка. Ли и точечка. Хорошо. Буковка Ли и точечка. Давай ее сразу. Так, вот она. Взять. Сюда. Есть. Там дальше разберемся. Так, что мы там хотели? Я уже забыл. Скальпель. Скальпель, скальпель, скальпель. Бля, где он? Где-то тут лежал, помню. Сука, где скальпель? Это ножницы, по-моему. Бля, а скальпель? Блин. Куда я? Где-то что-то попадался на глаза. Бля. О, скальпель, есть. Уже есть? Бля, так это... Я серьезно, я взял скальпель тогда? Да. Блин, ладно. Не расстраиваемся. Так, скальпель есть, используйте щипцы, чтобы прижать трубку. Трубку и щипцы нужны. Окей, так, щипцы, трубка, трубка, щипцы. Это щипцы? Щипцы есть. Трубка, 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 трубка где-то лежала. Вот эта трубка. Блин, нет, не трубка. 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 Давай. Трубка. Щипцы. Трубка. Есть. Дальше что? Кликборд. Да встань отсюда, хрен с ней уже. Включите насос и дайте стечь крови. Давай. Так, возьмем еще себе эту штуку. Пока сбегает кровушка, можем взять пергамент. Ну, логично, что здесь ни херна больше. Пока там оно сбегает. Пробки все стоят на месте. Так. Блять! Ох ты! Нихуахуа, бля, вот это, конечно, было беспалевно, да? Ой, мужчина! Мужчина, я вас прошу! Вот это вы тут, конечно, прям... Ух! Ух! Нежданчик-то какой-то получился, а? Так, ночная смена. У меня там еще раз, какие символы? Эль, Анек,
А там, по-моему, Анек есть. Анек. Смотрите, как подходит Эль и эта хрень. А как того звали? А того, по-моему, звали последнего, Анек. Какой-то там. Айерс. А, Ал-Айерс. Блин. Нема никого Анека. Ну, пока мне больше похоже на того Анека. Что так долго оно, блин, это? А, все, тебя уже откачало. А, подожди, подожди, подожди. Вот у нас символ L. И этот, и эта хрень. Ну, L. А, да чтоб L была здесь, а эта хрень здесь. Ну да, вот этот наш. L сюда, эта хрень сюда. L в сторону. А это сюда. А как переместить? Как ее переставить? А я не понимаю. А как ее убрать? О. Ну ладно, вот L. Правильно? L сюда. Тройка туда. L сюда, да, пока так. Ну я думаю, что это верное. А хорошо, давай посмотрим. А в другом варианте еще где-то есть, где эта L-ка используется? Это вот оно. Во втором моменте. Бля, есть. Ладно. Окей. Хрен с вами, потом разберемся. Кликборд. Так, выключите насос, извлеките трубки, закройте разрез. Давай. Так, забрать, разрез. Есть. Дальше. Заполните пустой мешок внутривенного вливания полной жидкости, затем ставьте триакар в брюшную полость. Заполните пустой мешок для внутривенного вливания. Пустой мешок. А вот то, что лежало, это был пустой мешок? Вот это вот. Нет, это для хранения праха какого-то. Пустой мешок. А где мне его взять? Пустой мешок. Какой мешок? А я что-то вообще не дупляю. А какой мешок взять? А, подожди, а вот то считается пустым мешком, это что здесь находилось? Очиститель насоса, нет, это не оно. Блядь. Так, еще раз. Заполните пустой мешок для внутривенного вливания полостной жидкостью и вставьте триакард. Ну, триакард — это палка, да, я помню. А где мне мешок этот взять? Это на рано. И шо? Полный пакет. Я что-то упускаю. А, мне нужна та, которая игла. Блядь, я ее где-то видел. Она где-то попадалась мне на глаза. Вот она. Да. О! Липосакция.
There we go. Дальше. Че свет выключили там? Опа. А что такое? А что такое? Что случилось? Это что за галюны были у меня? Ну, кружочек нарисован, и шо? Окей, так. Смешайте чистящее средство в шкафу в ванной комнате для создания чистительного насоса и залейте в насос. Ага, я понял. Чистящее средство нужно. Пошли. На всякий случай можно взять пергамент. А вдруг что загорится? Но не факт, да? Акуна Матата. Мне ничего. Так, чистящее средство. That's not it. А сюда, сразу сюда? А где его набрать, я уже не помню. А, по-моему, здесь. Вот. О, да. Есть контакт. Набрали. Теперь залили. Так. Там ничего? У вас тут все окей? Что за звук страшный был? Не знаю. А, это этот аппарат. Так, и нанесите увлажняющий крем и верните тело в холодильник. Увлажняющий крем где-то у меня, по-моему, здесь был. Блин, где-то, а где он был? Увлажняющий крем. Бля, я не запомнил. Где крем? Я где-то ж попадался на глаза мне. О, есть, о. Мадам. Все? Ну, готово? Верните тело в холодильник. Поехали. Ну, я... Вращать? В смысле вращать? Как ее взять? А вот. Ну, по ней я прям сильно много каких-то странностей не заметил. Давайте так. Я бы, наверное, вы знаете, кого бы взял? Закрыли. Вот ту третью. Она гупала. И что-то мне кажется. Еще вот мужик этот лежит, который превращался. Вот что там, не знаю. Давайте его. Мне кажется, что именно он одержимый. То есть мне еще нужно на грудак ему положить правильную как-то комбинацию всего этого. Ну поехали, давай, осмотр. Вон, какашка. С другой стороны тоже вижу есть. Давай тут обойдем. Вот где-то здесь было два. А сколько нужно найти, кучерявый? Сколько у тебя там их? Шесть, ёбля. Три. Тут рутя чистая. Нога вижу. Четыре. Вторая нога вижу. Пять. Давай рутю посмотрим. А, вон вижу. Шесть. Есть. Иди в жопу, бля. Ты смотри, бля. Ты смотри, что выделывает, а? Стоит она там. Так, что я должен был? Ты меня от работы не отвлекай. Я уже, бля, в прошлой игре уже все. Я уже на опыте. Ну, конечно, если прям перед лицом не выпрыгнут. Так, секундочку. Домой. Значит, давай.
В смысле, закрыть. История. Так, значит, у нас имя. А, вторая запись, простите. Имя суда. Возраст суда. Значит, плечо правое суда, плечо левое суда, рука правая. Есть рука левая. Вообще, бля, по всем нога правая. Слушайте, он меня смущает. Нога левая. У него все прямо. У него какая-то жопа. Ты как себя чувствуешь, чувак? По ощущениям, что скажешь? Болит что-то, не болит? Так, это у нас третий. Ничего тут не появилось тут? Ничего не хочет гореть там, не знаю. Пока не. Окей. Так, что мы делаем дальше, напомните. Сразу начинаем те процедуры делать. Так, закройте челюсть с помощью игольчатый инжектор. Ага, помним. Все, мы уже знаем. Это вот этот препарат у нас. И иглы. Иглы. Упаковка игл. Дружище, открывай ротик. Раз, два, три, четыре. И вот тут пониже мы тебе тоже сделали. Кариес у тебя. Ты вообще видел? Вот, да, давай, закрывай ротик. Молодец. Никого? Нормально все? Нормально. Так, дальше, что там, вспомни мне? Колпачки для глаз. Помню, колпачки для глаз. Это у нас... Бля, где они, вспомнить бы теперь, если честно? Колпачки для глаз. Нет, это иглы. Колпачки для глаз, колпачки для глаз. Вот. Да. Давай. Во имя Иисуса Христа. Ты где, блядь? Ты делся, блядь? Нормально все? Кто обосрался? Я? Я ни капли не обосрался. Нормально. Так, мужчина. Ха-ха. Глазки закрываем. Глазки открываем. Чмак, шмак, и закрыли глазки, спим себе. Нормально все. Давайте не будем. Не будем. Так, что мы хотим дальше? Так, смешайте бальзамируешь. Так, глутаметанол. Глута и метанол. Вспомнить, что такое глута. Так, это глута, не глута. Глута, подходит. На. Открывай. Глута есть. Метанол. Есть, я вот смотри, как все удобненько. Метанол. Так, еще что ты хочешь? Увлажнитель и формальдегид. Увлажнитель. Увлажнитель, по-моему, здесь стоял. А, я уже, видишь, я тут уже все. Я как свой уже. И формальдегид это. О, смотри, как быстро мы тебе сколопутили. Дальше, что? Сделайте надрез артерии с помощью скальп... А, еще нужен реагент этот, блин. Секундочку. Секунду. Забыл, что именно еще не хватает от этого. Так, дальше. Сделайте надрез с помощью скальпеля. Скальпель, скальпель, скальпель. Бля, где-то скальпель? Нет. Вот скальпель. Да, давай, скальпель, надрез. В шею. Жмах. Дальше. Помню, трубку тебе нужно в жопу вставить. И вот трубка. И щипцы, по-моему. Щипцы вот эти вот. Есть, иди сюда. Я уже как доктор. Трубочка. Не, ладно, согласен. Щипцы. Трубка. Так, дальше что? Запускаем систему, правильно? Включить насос. Давай. Пошел. Мы пока побегаем с этим. Никто не хочет тут что-то там это. Не, пока ничего. Тут пока тоже нормально. Так. А, не. Ну, на улице что-то не может быть. А стоп, а у меня этот ключ реально не подходит? Вот к этой хрени.
То есть я никак не могу открыть пока. Наверное, мне кажется, он в сейфе лежит, если честно. Именно тот ключ. А вот какой пароль к нему подобрать? Я без понятия. Так, все, его уже посушило. Вырубаем. Дальше. Выключить насос, извлеките трубки и закройте ему рот. Давай. Оп, красавчик. Ну, я так понимаю, честно, хоррора можно добавлять, да? Как-то это... Так, заполните пустые мешок, внутреннее вливание, полностью ставьте трокарбруш. Блин, это вот единственное, что-то в мешок, вот забываю каждый раз. Какой нахрен мешок заполнить? Блин, заполните мешок. Шо? Шо такое? Шо это было? Шо он рисует каждый раз, я понять не могу. Заполните мешок. Я уже забыл, что я за мешок брал. Это? Нет, это салфетки. Заполните мешок. Блядь. Пустой мешок для внутривенного вливания. Полостной в жидкости. Ставьте триакар. Ну, триакар это вот, я помню. Вот, а пустой мешок? А пустой мешок я не помню. Реально тупо вылетело с головы. Как выглядит пустой мешок? Блять. А, вот! Во-во-во-во-во-во-во-во! Не могу взять, бля! Выброси нахрен что-то. Что? Выбрасывай вот это. Выбросить. Все, пустой мешок. Что-то упускаю? В смысле, бля? Да ты замахал, что не так? Я понял, заполнить нужно его. Давай. Сюда. Да. О, теперь готовы. О, есть контакт. Пошел. Что такое? People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. No one's involving any ghost bodies or whatever. Спаси, сохрани, спаси, сохрани. А что мне в эти моменты делать нужно? Вот когда меня типа накрывают. Типа каким-то образом, ну я рисовал вот. There we go. Ну. Так, смешайте чистящее средство в ванной. А, вот это я помню уже. Взял, побежал. Я думаю, тут ничего не загорится, если честно. Берем канистру. Канистру наливаем. И... заливаем. Дальше. Нанесите увлажняющий крем ему от морщин. Так, дружище. Оно само вырубится или как? Оно не дает мне крем нанести, да? Давай! Я готов. Господи. А, блядь! Что случилось, бля? О! О! Он одержимый! Что?
Блядь, что ты хочешь? Бля! И что мне делать? За ним? А, блядь! Я что, проиграл? В смысле? I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, somebody, get me out of here! I love you. They're gonna kill me! Stop it! Stop it! Ключи от крыла клиники. Антидепрессант. А мы можем его взять? Ключи от крыла. Ну это крыло клиники считается. That's not it. О! В смысле? You should have died when you had the chance. Ты должна была умереть, когда у тебя был шанс? Это точно одержимая хрень. Я... Стоп! А я думал, что у меня уже жопа. Ты шо? Опа! Так! Так, символ. Символ, бля, П и такая, ага, два кружочка. Все, сжигаем точно его. П и два кружочка. Это вот она. Так, а тебе надо понять, типа, каким образом. П, значит, что у меня есть? П, два кружочка, Л и З. П, Л, З, П, Л, З. Какой это может быть? Кто это может быть, точнее? Давай так, П, Л, мать его за ногу. Символично, так, давай символы, поехали. Так, давай первое. Л, это тут нету. Нет, ни хрен, ПЛ, нету, нет. Давай дальше. Давай вторую. Так, Л. Нет. П, о, это массет, массет. Я думаю, это ПЛЗ внизу. ПЛЗ. Я думаю, что это массет. Давай еще раз посмотрим, наверное, еще на всякий случай проверим третью. Но вот подходит только вот та вот. П, Л, З тут другая. Нет. Нет. Да, да, все, все, мы знаем его имя. Его имя Мазет. П, З, Л. П, З, Л. Давай сразу ведем правильно. П. Блядь. Как его правильно вести? П. З, Л. ПЗЛ, а там последнее, что было. ПЗЛ, и вот это вот с двумя точками хрень. ПЗЛ и с двумя точками хрень. Иди в жопу, бля. Эй, я хочу... Хочу, ты меня впустила, милая? Иди отсюда, бля. Пошла вон. Нет, не люблю бабушку. Дай, бля, введу. Я уже ввожу, бля, пароль. Иди отсюда, я сказал. Пошла вон. Что-то, бля, мне показалось или что?
Что мне делать? А, блядь! Пошла в жопу! ПЛЗ. И вот. Все, я готов. Берем. Взять. Как его взять? Есть. Ложим метку, бля. Шо, кучерявый, доигрался? Я думаю, что это ты. Я даже дальше... Ты уверен, блядь, это? Конечно, бля, пошел в жопу, не разговаривай со мной, бля. Забудь мое имя, подлюка. Ну, у меня получилось. Так, 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 подъезжаем. Нажимаем кнопочку. Давай. Пошел. Так. Ну, дядя Чен был прав. У меня получилось? Да, ты ползет ко мне, щук паршивый! И шо? Вот ты где. Хорошо. Это конец? Это никогда не закончится, но ты выжила. Что ты имеешь в виду? Могу я уйти? Я хочу вернуться домой. Ты можешь уйти, но как только демон найдет тебя, все дома ада сделает все, чтобы вернуться к тебе. Мне жаль, но это все не заканчивается. Отныне всегда есть шанс, что это повторится, независимо от того, где ты находишься. Я не хочу этого, я просто хочу уйти. Что мне делать? Мне жаль, но пути назад нет. Я потратил годы, изучая все, что в моих силах, чтобы держать этих существ на расстоянии. Это единственное, что мы должны делать. Ну и что? Ты ведешь какую-то самоотверженную священскую войну? Это не война, это выживание. И я бы вряд ли это назвал бы бескорыстием. Мы оказались на переднем крае чего-то большего, но я делаю это не ради. Мы либо сталкиваемся с этим лицом к лицу, либо подаемся ему. Хотел бы я заявить, что я лучший, старающийся, чтобы спасти всех нас, но я просто хочу прожить еще один день, как и все остальные. Когда я впервые испытал это, мне пришлось сделать выбор. Я мог бы убежать, или я мог бы научиться смотреть этому в лицо и сохранять какое-то подобие нормальной жизни. Нормально, верно. Это не та жизнь, которую я бы хотел бы, но выбор между жизнью в страхе и контролем... Ты первый человек, который я встретил, который столкнулся с этим адом и выжил. Поэтому я предлагаю тебе другую работу. Работать в ночную смену, узнай то, что знаю я. Дай себе шанс на жизнь не страха. Я не знаю, что вы испытали, но я знаю, что это используют худшие стороны вас против нас. Чем больше вы переживаете, тем больше вы будете сталкиваться с самыми темными сторонами своей жизни. Но благодаря этому ты станешь нерушимым. Я предлагаю инструмент для того, чтобы выбор за вами. Надеюсь, ты еще вернешься. Ну, типа, у нас позитивная концовка, правильно, наконец-то? Хоть одна. Ну, типа, мы спалили демона. О, концовка одна из пяти. Смен отработана одна. Количество одержимости одно. Демонов изгнано одно. И тел сожжено одно. Красавчик. Просто я молодец. Я думаю, что вот за это можно Ченду поставить лайк. За одну из концовок. Как пропустить? Ну, кнопочка D, типа. Предупреждение. То, что вы собираетесь испытать, основано на реальных паранормальных явлениях, исследованиях людей. Если после игры в эту игру вы столкнетесь с ненормальными событиями в вашем доме, я понял, обратитесь к психотерапевту.
Немедленно свяжитесь с вашей местной церковью. Как пропустить? Типа, я могу пропустить? Написано пропустить. Ди. Нажимаю ди. А, все, там понемножку само затемняется. Да, у нас есть одна из концовок, а их всего 6. Охренеть. Ну, слушайте, вот как-то так. Я думаю, что следующую версию нужно проходить уже, знаете как, а-ля настройки игры и частоту скримеров ставить просто на максимум. Я думаю, это будет реально интересно. Что скажете? С радостью прочитаю ваш комментарий, буду благодарен за лайк. Я думаю, что многие любят хорроры. Если есть какие-то предложения по хоррорам, пишите. Ну и до скорой встречи.